Ну, на самом деле, худшие звери в этом мире, в этой игре. О, все... веревка вверх. Веревка, веревка. Это, конечно, на выход. Ага, давай полазим, посмотрим, что там. И я полез. Почему нельзя пожрать, пока лезешь, а? А я пожру луковое колечко. Луковое кольцо. Где луковое кольцо? Ты там в мое кольцо не смотри. Я вижу свет в конце туннеля. У меня не такое большое. Я замаскировался, тихо, у меня маскировка 80-го левела. А, я понял, ты себя краской измазал. А, точно, я же кисточкой мазюкался. Так и видишь, Серега, тоже не могу. Оба, мы братья. А как ты это сделал? Кисточкой. И Серега также. А где вы взяли кисточку? Внизу. Не, я ее тоже брал, и краску брал, а... Я чё, и краску, и кисточку. А я покрашенный? Нет, ты белый. Ты бельчонок, во. Бельчонок. Блин, не прикольно. Так, я предлагаю пойти сейчас за катаной. Пойдем. Да. Пойдем за катану. Я обожаю катану. Тихо, что это? Где? Что за херня? Где? А, да уже не важно, я сломал. Ты сломал какую-то херню? Да. Ты что, дерево рубишь? Он дерево срубил. Дерево! Осторожно! Осторожно! Я, кстати, не помню, по-моему, можно прибить, оно урон сносит, если попасть под него. Да, да, да. И довольно-таки неплохо, кстати, да, так что аккуратно. Собственно говоря, в этом и заключался мой план, когда вы бежали. Ах ты, блин, редиска потная. Бэмби, иди сюда, Бэмби. Блин, мне брони надо, я хочу брони насобирать. Брони? Ну да, с этих оленей же, со шкуры броня делается. С ящериц. Вот ящерицу я не могу поймать никак. Да, она вообще какая-то звезданутая, они что-то... Они раньше, кстати, помедленнее были. Ну. Так, ребята, мы зашли к местным, в деревню, а не против. А мы, по-моему, здесь и были. Или не были? Да, они все на одно лицо. Там тёлка его нарёт. Там два мужика еще есть. Да-да-да-да. Есть, я её саданул. Сзади. О, да. Нижняя Ой. Часть моя! Сзади, сзади, сзади. Что-то здесь с таблетками реально какие-то проблемы. Раньше, кстати, получил. О, синие ягодки. Где? Вот кустик с синими ягодками. А у меня какие-то белые. Ну они, да, они по-разному отображаются. Ребятки, я нашел картинку Тимми, я покрасился. О, теперь мы группа Prodigy. О, я картинку нашел. Пистолет. У меня тоже пистолет. Мужик дает пистолет ребенку. И тот его застреливает. Следующая картинка. Ёпту, блин, вы хоть скажите, что здесь обрыв. Здесь обрыв. Серега, там обрыв. Я вовремя увидел. Ха-ха. Да, совершенно верно. О, грибочки. Ну давай, сейчас пожрешь, потом тоже будешь день с ночью путать. А чё, пива больше нету? Олег сейчас сожрал. Блин, у меня последний стакан пива. Охренеть. Печалька. Вообще. О, я помню это место, кстати, у меня сверху на этой скале был лагерь. Когда я первый раз играл в соло. Да? Я, кстати, здесь вот долго выживал, тут Олег с камнями. Я же смотрю, у тебя такие патлы на голове, блин. Не зря ты просто играл. Я, говорит, на этой горе в соло гонял. Да, бывало дело. Ой, чё у тебя волосы? Олег, ты чё побелел? У тебя волосы белые стали, ты ведьмак.
Говорит, выйду как на солнышко с первым лучиком в соло. И соло, да? И давай со-соло делать. Не, кстати, соло здесь не было. Мне постоянно приходили аборигены. Помогали, да? В трёшку гоняли, да? Так что мне было не скучно. Мы развлекались как могли, да? Деревушечка. Кстати, здесь раньше был погребок, но походу тоже уже нету, мне кажется. Как кто, а что? Погребок. А что за канистры? Раньше, кстати, не было. Какая канистра? Ты где их находишь, канистры? О, в натуре канистра. Наверное, для чего-то. Может, тут моторную лодку можно сделать? А может быть, где-то... О, еще одну ящерку замочил. Грибочки. Красавчик. Так, осторожней, здесь обрыв будет. Где? Вот, где я стою, вот таблетки. Вот здесь вот. Увидел? А у меня деньги. У тебя деньги? Где обрыв? Ну будете идти как ко мне, тут обрыв. В этом районе катана где-то. Мы, короче, в чайный таун пришли, да? Ага. Чайник. Японский квартал с дела. О, катана. Где, нашел? В смысле? Не, ну я ее просто ищу тут для нас, как бы. Тут должен быть вход в пещеру и катана. Вот, по-моему, я уже близко к этому месту. Когда грибы поешь, почему-то темнеет быстрее. Да ладно. Что это? Волшебный лес. Я вижу скалу.